Творчество в объеме – это возможно благодаря скульптурной живописи. Новое направление в искусстве, которое берет начало от барельефов, появилось в России и распространяется по миру. Работы могут быть в виде панно или украшать элементы интерьера, рамки, часы, зеркала. Выглядит впечатляюще, а научиться может любой, даже без художественного опыта. Главное – желание. А поможет нам уже специалист в этом деле, Юлия. Но эти цветы, они с виду такие довольно хрупкие и даже вкусные, потому что они похожи на масляные украшения для торта. Но я вот так чувствую, что они такие довольно прочные. Расскажите, вот в чем секрет? Они сделаны из строительного материала, декоративная штукатурка. Как вы думаете, у нас получится с вами такое сделать? Обязательно. Давайте попробуем. Для лепки нужен мастихин, инструмент для живописи. Им набирают материал и придают ему форму. Мы создаем маки. Мы с горки набираем декоративную штукатурку, делаем основу, и из нее уже получится лепесточек для цветочка. Итак, один за другим. Строгих правил нет. Располагать лепестки можно на свое усмотрение. Попробуем и сами. Вот, я думаю, этого листочка будет достаточно, чтобы его положить потихонечку. Это очень волнительно. У нас получилось? Ну, у нас получилось. Не очень сказать, хорошо, да? Не идеально. Но для первого раза это нормально. Просто нужно набить руку. Вот так, да? Еще чуть-чуть. Вот так, да. Вот так? У вас все получится. Правильно? Да. Отсюда вот сюда у нас лепесточек. Вот так? Ближе. Теперь лучше буквально полчаса, и мы завершаем панно. Ой. Ну все, вот такой последний штрих. И все готово. Результат превзошел ожидания, а процесс затянул с головой. Екатерина Серегина и Влад Мошек. Утро нового дня.